Ученики третьего класса Егор и Таня пришли в библиотеку, чтобы взять необходимые книги. Егор сказал, что ему нужен древнегреческий миф «Храбрый Персей». Таня попросила сказку Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Библиотекарь посоветовала детям пройти к стеллажу «Зарубежная литература». Удивительно, ведь ученикам нужны произведения разных жанров – устного народного творчества и авторская сказка. Почему их направляют к стеллажу с общим названием? К своей радости Егор и Таня нашли нужные им книги. Среди других книг на полке с надписью «Мифы» мальчик берет миф «Храбрый Персей», а девочка с полки «Авторские сказки» достает книгу Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». Пора сесть за стол в читальном зале и лучше познакомиться с произведениями.